В Беларуси ровно неделя до начала досрочного голосования на местных выборах. До среды участковая комиссия уведомит избирателей о времени и месте, где можно сделать свой выбор. По стране образовано 5870 комиссий. Тех, где будут проводить досрочное голосование, до 12 февраля обеспечат бюллетенями. Остальным привезут не позднее 17 февраля. В Беларуси зарегистрировано более 22 тысяч кандидатов в депутаты. Между ними распределят 18 тысяч мандатов. Минтруда Беларуси в этом году займется прогнозированием потребностей экономики в кадрах. Уже на основании этого Министерство образования сформирует цифры приемов в вузы и СУЗы. Это позволит сбалансировать рынок труда. Сейчас напряженная ситуация с поиском работы остается в 48 районах страны. Одна из основных задач – сокращение уровня безработицы. На этот момент она составляет 0,5%. По стране почти 56 тысяч вакансий. Общественный транспорт Минска ко вторым Европейским играм предстанет в новом имидже. На маршруты выйдут 60 дополнительных электробусов в новом дизайне. Они будут курсировать по главным проспектам и улицам столицы и свяжут центр города со спортивными аренами. В автопарке Минска появится 300 новых МАЗов. Обновленный дизайн салона дополнили системой вентиляции и светодиодным освещением. Кстати, именно такие автобусы станут основным транспортом и для болельщиков со всей планеты в городах России, которые уже этим летом примут чемпионат мира по футболу.